И расстояние. Не останавливайся. Лети сквозь годы. Черной осенью 1937-го 180 тысяч корейцев были насильственно переселены из Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию. А 2500 репрессированы. Целый народ, утратив свою прежнюю землю, дома и возделанные сады, переселенный в пустынный, суровый край, не распался, не исчез, а обрел свою вторую родину. Корейцы, встретив доброе отношение к себе со стороны казахов и других народов, с которыми они были поселены, влились в огромное дружественное сообщество, в одну большую братскую семью. Уж то бы! Первые переселенцы были доставлены именно сюда. Здесь, у подножия холма Бастобе, они вырыли первые землянки. Здесь перезимовали, и здесь стали строить новую жизнь. И сегодня последние оставшиеся в живых очевидцы тех далеких драматических событий помогут нам связать историю с днем настоящим. Этот дом был построен в 1938 году Аполлоном Ивановичем Цаем. Это единственный дом, который сохранился с тех пор. 12 октября мы выгрузили из вагона. Отец умер 14 октября, через два дня. Эту печку я строю сам. Печку надо сначала сложить, а потом дымоход. Кирпичом или там. Пол греет. Зимой здесь тепло. На Дальнем Востоке, корейцы, все, почти все на таком кану жили. Среди колхозников были там и столяры, плотники там, и это самое, штукатуры. Вот сами строили. Нам выдавали строительный материал. Здесь был это переселенческий пункт. Вот. И начали строить. Материал получили. С весны до осени построили. Всю мебель в своем доме Аполлон Иванович сделал сам. Кроме вот этого красавца шкафа. Народный умелец из соседнего колхоза любовно вырезал его для земляка. Верховные вожди не только выгнали этих людей с насиженных мест, заставив в буквальном смысле начать с нуля, совершенно незнакомым, отстоящим на тысячи километров месте, но и вынудили их же оплатить все расходы. За эти дома мы платили 1800 рублей в течение 10 лет. В том же году мы строили школу. Я раньше учился на Дальнем Востоке в русской 7-летней школе. Я по-корейски не учился, в русской школе учился. Эту 7-летку окончил, сюда приехали. В 37-м году, в 38-м году все корейские школы, вплоть до института, реорганизовали на русский. Теперь те корейские учителя бывшие, которые преподавали на корейском языке, русским языком они не могли владеть, их всех увольняли.
тут нужны были учителя, те, которые хоть немного, понемногу владели русским языком. Вот для таких, как я, вот, открывали курсы переподготовки учителей русского языка для корейских начальных школ. А мне было тогда 17 лет, 18-й шел. Я это после окончания двухмесячного курса сюда перешел, я как учитель начальных классов. Учителем работать надо, соответствующее образование. А я 7-летним образованием, какой учитель? Может быть, я детей испортил, больше испортил, чем их этих. До принудительного переселения в Дальневосточном крае действовали 300 национальных школ, два корейских педучилища. В 1931 году во Владивостоке был открыт Корейский педагогический институт. Корейские отделения имелись в Дальневосточном государственном университете, Восточном институте, Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. По постановлению ЦК ВКПБ от 24 января 1938 года о реорганизации национальных школ, созданные после депортации в Казахстане корейские школы, как и все другие национальные, были преобразованы в советские школы обычного типа. Двумя постановлениями ЦК Компартии Казахстана от 8 апреля того же года было ликвидировано перенесенное в Казахстан корейское педучилище, а корейский институт в городе Кызыл-Орде переведен на русский язык обучения. Аполлон Иванович Цай, став учителем, своими глазами увидел, как забывают корейские дети родной язык. А вот его правнук Саша. Наверное, Сашу ждет совсем другая судьба. И он будет знать и язык, и обычаи своих предков. У нас с вами не семеро детей. 10 я родила, 7 осталось. 17 внуков, правнуков. Юрий Гаури. 10 калеков. Ертенка тенью. Подожди. О, курки тыкю. 10 правнуков. Росло в себе маленькое, тоненькое деревце. Вдруг кто-то недобрый пришел однажды и вырвал его. И посадил совсем в другом месте. Но деревце, несмотря ни на что, оправилось, разрослось, пустила корни, и вот уже вместо одного деревца растет целая роща. Этот край, да, пустынный, конечно. А мы-то жили в Приморском крае, Уссурийск, Владивосток, в этом районе. Родина, конечно, что не скучает, все время поминает. Сельский клуб. Он был построен в 1939 году. Здесь проводились собрания и митинги. Собиралась молодежь на танцы. И чтобы развеяться за приятной беседой после трудового дня. Работать приходилось много. И корейцы потом своим доказали право на хлеб, право на жизнь. Достаточно сказать, что в Каратальском районе из 31 героя соцтруда 28 корейцев. Крепкие тогда были люди. И сейчас они остаются действенным примером для новых поколений. Пенсионер Ким Кван Хо, бывший агроном, увидев, как тяжко при рыночных отношениях приходится родному хозяйству, организовал бригаду ветеранов, которая бесплатно стала обрабатывать немалый участок земли. Когда я посмотрел, что какие состояния наши поля и что дает эта наша земля, которую мы долгие годы работали. Мне это не понравилось, люди, как работает. Я пришел домой и собрал стариков и сказал, давайте поможем
свою родному совхозу, сколько у нас есть сил. Ну, они согласились. Я пошел к директору совхоза М. Афанасию Сергеевичу с такой просьбой, что выделили нам землю, небольшой участок, у нас 10 человек, вот, мы хотим помочь вам. Он спросил, чем вы хотите помочь нам? У вас есть столовая, вот, общественное питание, там нуждается овощей. Мы выращиваем овощи и вам безвозмездно, бесплатно вам обеспечим. Но он нам выделил весной землю, мы начали трудиться, и наш 10 человек дружно поработали, и мы не только работали, мы лето, каждое воскресенье отдыхаем, в Каратале побывали, в Текелях побывали. Однажды, прекрасный день, Афанасий Сергеевич М., директор совхоза, он нас, меня вызывает. Я пошел, спросил, вызывали? Да, я вас жду. Он и сказал, очень большое спасибо, мне сказали бухгалтерии, что вы сдали в течение сезона 10 тонн 500 килограмм овощей. Это очень огромное количество, которое дал много помощи для общественного питания. Берите за это квитанцию на 2 быка. Вот идите в зоотехнику, он зоотехник знает, что вам выделены, берите и кушайте, говорит, в течение зимы, подкрепляйте, так сказал. Мы сначала отказались, прям в прямом смысле мы отказались. Мы же не подумали, что такой подарок нам дадут этот. Мы же только хотели помочь совхозам, а он нам такой быка дает, да такой огромную, здоровую быка дают. Ну, мы собрались и его зарезали, и покушали, поделились. Этот два раза вот так вот, один раз первую штуку, второй раз вторую штуку вот и зарезали, съели. А бригада, и до сегодняшний день эта бригада существует, поскольку это начатое дело, и они сейчас столовую сдают тоже так же. И каждый раз, как настанется октябрь или ноябрь месяц, директор чем-то обрадует этих бригадов. Каково это в эпоху рыночных отношений оставаться верным традиции, работать, не думая о деньгах, а только стремясь помочь родному хозяйству? А вот и действующая работница этой бригады, ветеран труда, знатный луковод, за свой доблестный труд не раз награжденная орденами, заслуженный наставник молодежи Казахстана Вера Васильевна Шин. 13 лет я уже стала трудиться как рабочим, полным рабочим, конечно, это было в 1942 году. Вот я сначала работала на сахарном свекле, на рисе, на стройке. Ну, в многих местах было. В 1963 году наш колхоз реализовался совхозом. С того дня меня назначили звеневым по выращиванию лука. Каждую пятилетку выполнили 2,5 года. Самый большой урожай мы собирали по 860 центнеров при плане 300 центнеров с гектара. Высоко оценил мой труд Родина. Меня наградили вот столько орденами и дали высокое звание заслуженный наставник молодежи Казахской ССР. Вот еще в конце 1992 году совхоз меня подарили такой большой пятикомнатный дом. Не знаю, что сказать теперь мне родине. Большое спасибо, что оценил мой труд.
старая, но все равно я хочу хоть детям что-нибудь помочь им, чтобы они тоже жили хорошо среди людей. И чтобы они тоже, конечно, трудились. Сейчас у Веры Васильевны 9 внуков, и некоторые уже думают, кем они станут в жизни. Я хочу стать врачом. Хочу лечить людей, оказывать им медицинскую помощь. Хочу стать агрономом. Депортация корейцев была осуществлена по постановлению Совета народных комиссаров Союза СССР и Центрального комитета ВКПБ от 21 августа 1937 года о выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края, подписанному Молотовым и Сталиным. Официально причиной депортации явилась опасность так называемого японского шпионажа в Дальневосточном крае. По версии НКВД, японские шпионы могли легко сойти за корейских поселенцев. Вспоминает очевидец Михаил Данилович Чен, ныне заместитель председателя районного совета ветеранов войны и труда. Мне было тогда 12 лет, в 1937 году. Однажды прекрасный день, мы пришли в школу, это примерно 15 или 20 сентября. Учитель нам сказал, что корейцев переселяет нас в Казахстан, в том числе и нас переселяет. И вот предупредили родителям, что собирайтесь в вещи в течение двое суток. И вам подадут эшелон, товарный вагон, ближе находящиеся железнодорожные станции. Ну, через два дня действительно к каждому дому подъезжали автомашины, грузовая автомашина. Тогда была в то время полуторка и трехтонка машина. Но нас вывезли на станции, уже на станции стояли готовые товарные вагоны, и в каждом вагоне распределили по 4 семьи. Ехали очень такой жесткому условию, потому что в вагоне только были двухъярусные нары. Ехали почти без постельной принадлежности. Дорога длилась, это поездка почти месяц. Но на дороге были такие случаи, но которые заболели люди с места выселения. Но дороги они скончались. Ну, снимали их дороги. Даже некоторые родственники не знали, куда покойников везли, где и как похоронены. А потому что им не давали похоронить. Нельзя, говорит, от эшелона оставаться. Вот сопровождающий эшелон категорически запретил это делать. А сопровождающие были сотрудники внутренних дел. Мы то время стали спрашивать, почему нас отсюда выселили. Родители нам сказали, что в то время на Дальний Восток, или сейчас ныне Приморский край, японцы многие стали шпионов отправлять в Советский Союз. Но чтобы отличиться от японских шпионов, быстро их выловить, надо было корейцев выселить. Потому что лицо почти одинаковое, что японцы, что корейцы, видите. Среди, конечно,
русских будут находиться, или корейцы, японцы, быстро можно отличить, что это уже не русский. Конечно же, шпионские страсти никак не могли быть истинной причиной массовой депортации. Теперь уже широко известно о болезненном недоверии Сталина ко всем национальным меньшинствам, о его великодержавном шовинистическом курсе на уничтожение национализма всех уклонов и мастей. И, видимо, переселение корейцев должно было упростить контроль за неблагонадежным народом. Депортация в Казахстан и Среднюю Азию, площадь которых в десятки раз превышала территорию Дальневосточного края, преследовала сознательное раздробление, распыление групп корейского населения. Кроме того, в Казахстане и Средней Азии в результате преступных методов форсированной сплошной коллективизации погибли миллионы людей. Прямые потери в 1931-33 годах от голода, эпидемии и других лишений только в Казахстане составили 1 700 000 человек. За пределы республики мигрировало 1 030 000, в том числе 616 000 откочевали безвозвратно. Таким образом, здесь возник острый дефицит трудовых ресурсов, который частично восполнялся переселенцами, в данном случае корейцами. Когда мы ехали сюда, не знали мы, куда нас везут. Вот, когда нас выгрузили на станции, вот, кругом был заросли камыша, вот, и наши родители в 1938 году весной начали вот это все камыш выжигать, начали поднимать рисовые поля. Но в то время, видите, как вот реки сейчас, которые идет, вода течет, это все работа ручная была. Это все реки копали лопатой и кетменем. Вот такая трудность была для наших родителей. Вот это все, что осталось от тех первых землянок, в которых ютились корейские семьи под Бас-Дабе. Люди селились так, чтобы гора была защитой от холодных зимних ветров. Почему-то эти кустики очень любят расти именно в местах расположения землянок. Это как дань природы тем мужественным людям, что жили и выжили в тех бесчеловечных условиях. Здесь же рядом действующее поныне кладбище. А вот могила героя-стахановца. Фамилия, годы жизни. Родился, работал, умер. Короткие данные, за которыми сокрыта целая человеческая жизнь. Наверное, нет никого в Каратальском районе, кто не знал бы о нашем следующем герое, ветеране труда Сергее Григорьевиче Юне. Нас переселили по казахским аулам. Казаки в то время тоже жили, надо сказать, очень плохо, очень плохо. Несмотря на это, они нас приняли как родные. Одели семья, объединились, нас поселили. Мы сами там некоторые вот этот сарай отремонтировали, там корейский кан поставили, зимой затопили, топили камышом, пожили. А в 1938 году организовали колхоз имени Блюхер. Два. Револовецкий и Блюхер объединили колхоз имени
Блюхер организовали. Это Блюхер, первый год мы лесосеянием занимались, но, надо сказать, то время люди голодные. Несмотря на это, знаешь, что надо жить. Работали день и ночь. День и ночь. Колхоз организовали, и колхоз потихоньку начали развивать. Но особенно в 1938-1939 году очень много страдали, умерли дети. Возраст от 1 до 5 до 6 лет. Сразу изменили климат. Еда плоха была. В то же время особенно питьевая вода. Поэтому я даже представляю, хорошо помню, отдельные семьи в день 3 ребенка похоронили. Это все, если анализировать просто для нашей нации, это самую жестокую такую силу применяли. Но надо сказать, наши корейцы дружны были, работали честно, добросовестно. Поэтому на колхозных полях получали неплохие урожаи. Сергей Григорьевич после семилетки поступил в Ташкентский гидромелиоративный техникум. Но доучиться не дала война. И он попадает на 4 года в трудовую армию на Карагандинскую шахту имени Костенко. Потом, вернувшись домой в родной колхоз, Сергей Григорьевич Юн работает звеньевым свекловодческой бригады. Окончив школу по подготовке председателей колхозов, становится бригадиром. Его полеводческая бригада получала до 580 центнеров сахарной свеклы с гектар. Потом Сергей Григорьевич работал председателем колхоза, главным агрономом, директором совхоза, поднимал отстающее хозяйство. Был награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового красного знамени, многими медалями. С утренней зари директор совхоза поднимался на Бастубе, оглядывал свое хозяйство. Хорошенько рассмотрев в бинокль, где и какие бригады трудятся, какая сельхозтехника вышла на работу, а какая простаивая, Сергей Григорьевич обзванивал бригадиров. А на самые напряженные участки приезжал лично. Как главнокомандующий на поле сражения распоряжается своими полками, так и Сергей Григорьевич Юн в битве за урожай своими продуманными, выверенными решениями не давал ни малейшего шанса погодным катаклизмам и прочим неожиданностям. Недаром в народе его любовно прозвали «Наш Чапай». Немного преклонный возраст, сейчас все равно работаю. Или от того, этого, может быть, так хожу или нормально чувствую. Вот я работаю на земле. Я глава крестьянского хозяйства, землю 10 гектаров взял. Там построили овощехранилище, овощей сеем, бакчи сеем, некоторые вот это нужные культуры, которые дома нужны, вот засеваем. Наш Каратальский район – это особый район. Как вы помните, в октябре 1937 года первые составы с переселенцами-корейцами прибыли именно на станцию Уштоби. И для многих корейцев СНГ, не только Казахстана и СНГ, город Уштоби, в частности, является родиной. Мы все получили образование, каждый получил профессию, нашел себе дело. Мы сейчас гордимся тем, что на нашей казахской земле мир и согласие. И в таком уникальном государстве, как Республика Казахстан, где проживают представители более 100 национальностей, мы живем в мире, дружбе и согласии. И наше пожелание, чтобы, несмотря ни на все трудности, которые мы сейчас переживаем, и мы считаем, что эти трудности временные, Республика Казахстан станет сильным, мощным, цивилизованным государством. Мы верим в это. И самое главное, залог этому – это дружба,
согласие и взаимопонимание всех народов, которые проживают в нашей республике Казахстан. Особая тема в истории государства, а значит и в истории корейцев, Великая Отечественная война. Но об этом в следующий раз. Thank you.